Или знаешь, как в анекдоте. Мне всего 13, но у меня тело 18-летний. Че, серьезно? Покажешь? Сейчас принесу. В соседней комнате лежит. Что? Сейчас будет пранк над другом. Это вода. На, попей. Братан, ты был розыгрыш. На самом деле там не вода, а водка. Спасибо. Что? Сам вспомни, в чем ты был на выпускном. Я в тебе был на выпускном. Тихо! Что? А можно нанять няню для, ну, тупого ребенка? Ну, да, конечно. А сколько ребенку лет? 21. Что? Запомните, если у кого-то из вас будут проблемы, у вас же есть мой номер? Конечно. Удалите нахуй. Что? Он идет, друг алкаш! Только свистни, он появится! Друг алкаш! Ну-ка, наливай! Друг алкаш! Не скидывался, а бухал! Что? Долбоёб! Что? Marcus and I spend a life 50-50. Please proceed with caution, shooters. They be riding with me. 21 bad bitch, cute face. Ларисочка Гузеева. Что? Знаете, меня вот обвиняют, что я гей. Но я не гей. Мой парень гей. Что? Это шизофрения. Что? Ну ёб твою мать! Ну як можно быть таким красивым? Ну красавчик! Ну молодец! Кто тебе создав такого красивого, блядь? Сука! Что? Я мечтаю о тебе весь день, о тебе весь день. Целый-целый-целый день. Целоваться нам с тобой не лень, потому что я гей. Что? Да он любит тебя! Да он не может любить меня! Да заебали орать! Любовь для нищебродов, блядь! Что? Ужин вкусно приготовит и посуду всю помоет. Никогда он не кричит, женщину боготворит. Он не курит и не пьет, в кубиках его живот. Он умен и он красив, но, к сожалению, пассив. Что?